Есть проблемы традиционные, и главное, она здесь не была исключением, это мало места. То есть надо сказать, что при том, что это большие залы, роскошные залы, попытаться в них уместить вот весь наш материал, который был, в общем, не удалось. Поэтому всем советую книжку покупать, потому что там более широкий контекст, то, чего не удалось сделать здесь. Второе — это, конечно, вот эта заданность, что искусство акционизма — это искусство, которое, попав в музейный контекст, умирает. Вот есть такие живые существа, которые, как только, значит, попадают внутрь, они сразу же вянут, и исчезает жизнь, да, там, там. То есть мы с этим боролись. Но дело в том, что я, так как это все было на моих глазах, происходило многое, то я попытался сделать так, чтобы это было интересно, в том числе даже людям, которые просто пришли на выставку. Потому что изначально было понятно, что там, например, восхитить лондонскую публику какими-нибудь роскошными красотами мы не можем. Значит, мы можем включить такой механизм сочувствия. Мы можем показать людей, и этим людям будут сопереживать. Вот там Маша, вот Надя, вот Олег Кулик. Вот это такие люди, которые совершают не только художественные жесты, но совершают какие-то поступки. Тебе может это нравиться, не нравится. То есть наша задача была зрителя включить в обсуждение персонажей гораздо больше, чем в обсуждение, там, красивая это фотография или некрасивая, тени там какие. Да? Мы сразу же говорим, посмотри на этого человека, он, значит, что-то хочет сказать, он что-то действует. И вот это, мне кажется, и дало главный выигрыш, потому что здесь мы в России, российское искусство обладает вот этим качеством, что художник в нем интереснее, чем то искусство, которое он делает. Может быть, это плохо, но это так. Харизматично. Да, и поэтому мы говорим, окей, будем показывать художников. Второе, что очень важно, все-таки есть общее. То есть они очень разные художники, но вот есть это общее, которое можно сказать, что вот это качество русского искусства. Это самоирония. Вот все они, Павленский, Кулик, ну и тем более «Синие носы», они все не просто герои, которые там противостоят власти, они еще немножко над собой посмеиваются. То есть Кулик там, на четвереньках бегает. Это же смешно. Да, разбивает там в кровь, там кусает, да, на него подают суд. Но в принципе он смешной. Даже Павленский. То есть столько карикатур, сколько было по поводу того, что Павленский прибил свою, мошну к площади, не было. То есть вот эта самоирония, она связана с тем, что в советское время поиск героя — это было такое самое фальшивое, что только может быть. И поэтому, когда художники попадают в героическую ситуацию, они как бы боятся остаться советскими. Поэтому им нужна вот эта вот прививка самоиронии. Избегают пафоса, да, потому что пафос в России дискредитирован окончательно вот этой фальшивым советским периодом. И мне кажется, что это тоже такой важный элемент. То есть мы показали, чем русское искусство, условно говоря, венский акционист в ужас приводит. А русский Павленский вызывает улыбку. Хотя и тот, там кровище везде много. Вот. Но здесь вот как-то без пафоса и даже смешно. То, что я сказала, это вот самоирония. Вообще самоирония, как мне кажется, это такое просто русское качество. То есть вот американцы критикуют. То есть у них это, даже если есть, то это сатира по отношению вовне. Да? Вот. А здесь весь этот смех, это немножко это про себя. То есть, и это, конечно, очень,
Ну и второе, это, конечно, то, что русские акционисты, они, ну, вне институции действуют, потому что нету выстроенной системы художественной, поэтому они выходят на улицу. То есть они, в общем-то, хотят получить реакцию через вот публику обычную. То есть они не апеллируют, почти не апеллируют к профессиональному сообществу. Обязан, то есть он, дело в том, что они, как, ну, во-первых, в России, да, вот во Франции может быть искусство, которое украшает жизнь, а в России, если художник не в авангарде общества, он вообще не нужен. То есть вот поэтому, да, вот это в России, поэт в России больше, чем поэт, это медицинский факт, то есть это правда. Это страна литература-центричная. Лев Толстой гораздо более важная политическая фигура, чем Николай II, хотя Николай II был царь, а Лев Толстой был как бы отшельник. До перестройки самым главным местом, где совершалась как бы живая политика, это был театр. Вот Горбачев говорил про моего папу, что он отец перестройки, он драматург Александр Гельман. Потом это переместилось на рок-музыку. Значит, во время перестройки, там конец 80-х, там мы требуем перемен. То есть фактически главными людьми были рок-музыканты, Ленинградский рок-клуб, Цой, Гребенщиков. Потом начали печатать запрещенную литературу, все начали обсуждать там Гройсман, Солженицын. И главная перестройка происходила в литературных журналах. И только потом современное искусство. То есть в России традиционно, сейчас, кстати, снова театры. Вот. В России традиционно сфера искусства играла важнейшую роль. Семья. Потому что, вот, например, тот же Кулик со своим идолом, да? Да, да, да. Не, но более того, здесь есть вещи, которые не предъявлены еще. И вот я только на этой выставке понял, что это может быть ошибка моя. «Синие носы» в 99 году приезжают в Москву и попадают под влияние Кулика. Значит, группа «Война» вообще родилась у него в мастерской. Ну, там жили. Значит, дальше «Pussy Riot». Это была такая женская фракция группы «Война». Их первая акция самостоятельная. Это они реализовали, у «Синих носов» есть такая работа «Поцелуй милиционеров». Они спустились в метро и начали целовать милиционера. То есть акция называлась «Поцелуй милиционера». У Павленского его первая акция с зашитым ртом он делал в поддержку «Pussy Riot». То есть это не просто среда, это, можно сказать, семья, дети, родственники, последователи. Вот. И мне кажется, что это интересно. Но вот я только здесь это понял, что настолько это все выстраивается, потому что вот они приходят, я же не наблюдал за ними, точнее, я каждого по отдельности, а вместе. Там приходит Надя Толокно, значит, бросается Кулику, значит, ну и так далее. Начинаются вот эти вот отношения, которые уже появились здесь на этой выставке, и которые просто подсказали еще одну линию. Это вот такая, ну, можно даже сказать, семейственность. Лучше бы никаким. Дело в том, что здесь есть еще один художник, которого здесь нету. Это Александр Бреннер. Он делал акции, очень похожие на то, что после него делала Pussy Riot. То есть он на Красной площади, как и они, на лобном месте вызывал Ельцина на бой. Он, значит, тогда еще не было храма Христа Спасителя, главная церковь была Елоховская в Москве. Он ворвался в Елоховскую церковь и кричал там «Чечня, Чечня» во время Второй Чеченской войны. Что дальше происходило? Его брала милиция, он ночь проводил в милиции, утром я приносил штраф 500 рублей, его отпускали. И никто об этом не знает, и никакого продолжения это не имело. Потому что общество было здоровое. Акционизм будет развиваться и будет известным, когда общество больное. То есть акционизм — это провокация общества. В здоровом обществе
акционизм как яркое событие не состоится, потому что это всегда, в отличие от перформанса, акция — это всегда взаимодействие, интерактивная вещь. Вот они сделали, какое будет противодействие власти и так далее, и так далее. Поэтому я бы хотел для России, чтобы акционисты, чтобы у них ничего не получалось, чтобы у нас была хорошая власть, чтобы она их отпускала и не давала нам с вами повода делать такие большие выставки.